Так, всем привет, подписчики моего канала. Перепел 48. Показывают я яйца. Три лотка я заложил 13 апреля. Вы намечаете на майские праздники. Сейчас уже идет, получается, 12 сутки инкубации. Режим, смотрите, у меня 37,6. Ну, 37,8 выставлено, и влажность у меня 45. Влажность на втором этапе, сейчас как раз второй этап идет, мы понижаем до 45. Температуру, в принципе, тоже можно оставить, но контролируйте температуру на яйце. То есть сейчас инкубатор, в принципе, должен охлаждать яйцо. То есть я все отверстия открыл, смотрите, вот у меня приточное отверстие открыто практически полностью, и наверху у меня есть натяжное отверстие, сейчас покажу, видно вам будет. Оно тоже у меня, вот видите, открыто полностью. То есть инкубатор должен проветриваться естественным путем. Кроме того, два раза в сутки я проветриваю на 10 минут, открываю дверь, охлаждаю яйца. Охлаждаю до 32 до 30 градусов, они не охлаждаются. Это необходимо делать два раза в сутки. Проветривание до 15-16 дня. Такое проветривание. Ну а потом третий режим я расскажу, там повышают влажность до 80-85% и уменьшают температуру. Ну и сейчас расскажу, что у меня стало с ламбой спустя год эксплуатации, конкретно по всяким его компонентам этого брудера. Все, смотрите далее. Так, оцинкованную корму, да, конечно, не такой идеальный вид стал, как в начале. Есть некоторые крабления цинка. Я взял, вот зачистил все. Зачищал вот шуруповертом с такой насадкой. Отлично защищает. Пробку прошелся. И вытряхнул все. Где-то вот даже не зачистил. Внутри. Тоже есть некоторые каверзы, но незначительные. То есть. Оцинковка работает. Идеально, конечно, если бы она была из пластика, либо из нержавейки хороший. Так, ну это вот такое состояние кормушки. Помните, я из двух делал ее. 80 и 40 сантиметров, по-моему. В итоге она у меня 1,20 м, которых в продаже не найти такие длинные. Все, я ее почистил, она будет готова для подростков. Уже они могут кормиться этой кормушкой спустя неделю. А так она служит, просто закрывает проем. Я внутрь ставлю или просто раскидываю корм. Внутрь круглые ставлю, бункерные, но они там питаются, едят отлично до недели. Сейчас покажу сам брудер, ждите. Итак, брудер ламба. Я его уже перевел в режим брудера. Он у меня был, как вы помните, последний раз в режиме несушки. То есть вот этот у меня пол скатный был наклонен. Вот переставил саморезы. Можно даже до конца не закручивать, если день удобно достать. Все прекрасно держится. Сетку я им ставлю сначала пластиковую 12,5 на 12,5, и у меня здесь будет 5 слоев пеленок, как раз чтобы их вырастить до недельного возраста перепелят. Я просто буду скатывать пеленки, убирать, и все, они будут на чистенько. Ну а далее, после 7 дней, можно уже вот на такую двойную сетку перевести их. Лапки у них не должны проваливаться. Ну, так, почистил его. Видите, состояние, в принципе, практически идеальное. Ну, немного там подзасрали они в углах. Еще где-то. А так, конструкция такова, брудер, что все, в принципе, падает вниз. Есть, конечно, недоработки некоторые. Вот загибается край, поэтому сюда может попасть. Видите, там это. Ну, это мы сейчас поставим. Я даже знаю, что поставить сюда, чтобы его отогнуть на время. Ну, это когда они взрослые уже будут. Сейчас лоток пока не используется. Будет неделю. Они будут на пеленке у меня. Маленькую сетку пластиковую я попробовал,
не очень хорошо на ней, все равно она забивается. И могут даже у них и лапки провалиться у совсем малышей туда, в эту сетку. Поэтому лучше пеленка. Лучше не скользящая пеленка. Первые 7 дней. Так, ну, собственно, по брудеру все. Сейчас настелю пеленки. Поставлю поилку. Надо будет кипяченую воду им сделать, скипятить, запас воды подготовить. Ну, собственно, я протестирую брудер, как он греет, набирает температуру и так далее. Все, всем пока, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!